Вся наша история началась с того, то что нас с Катей выгнали на улицу за неуплату налогов. В предыдущей серии мы начали новую жизнь с чистого листа. Мы переехали в новый город и первым делом увидели вывеску со сдачей однокомнатной квартиры. Владелец оказался алкашом, да еще и курягой, который выбрасывал бычки в картонные коробки. Ага. Да выбрасывался. Ну я ж тебе говорил, ну не кури ты в квартире. Ну ты бычок кинул в картон. В картонные коробки бычок кинул. Ну что ты думал, дебил, то что иди у тебя реально... спасай его. Да в смысле спасай? Ну понимаешь, иди вот таких людей жизнь ничему не научит. Вот только вот такая ситуация научит вот чему-то ну, там. Ну да, давайте сейчас ждать, пока вся квартира сгорит дотла. Иди помоги ему. Фу, ладно, стой тут. Вызывай пожарных там, Катя, не знаю, если у тебя там есть телефон. Телефона у тебя нет, короче, кричи на всю улицу, чтоб пожарные пришли. Я сейчас. А как мне его спасти, я-то не понимаю. То есть у меня ни ведра нет, у меня ни воды нет. Ну здесь лужа разве что, где травушка-муравушка вот это растет. А как мне спасти-то этого алкаша? Я же ему горел, ничего не делай. В доме даже консьержки нет, которая может там как-то там помочь. Наташка! Здесь есть бухличка, есть вода, здесь вино, здесь ничего нет. Наташка даже бесполезна, никак помочь. Господи. Я ж тебе говорил, дурак! Я ж тебе говорил, не кури дома, ну не кури! И как ты сейчас хочешь, чтобы я тебе как-то помог? Да как? Ты хочешь, чтобы я вот так потушил? Да я никак это не смогу потушить рукой в мусорке ведро. Опа! Сейчас! Дома воды-то вообще нет, здесь воды нет! Кран не работающий, вода... А, там же лужа была. Сейчас, подожди, там живи еще там пару секунд, я не знаю. Там же вода была, лужа вот эта, где травушка-муравушка росла. Сейчас я оттуда воды немножко начерпаю и потушу. Опа! Ну дурак, я горел, ну не делай! Ну кто дома курит? Обои дома, не туда бычок выкинул, сгорел заживо, дотла все поджег. Да! Давай, тушись. Чё-то знаешь, как-то вообще ничего не помогает. Я ведром тогда буду бить. Сейчас затушим, сейчас потушим. Все, что только можно. Сейчас воду, вот сюда, вот так, вот сюда, чтоб ты бы... Все, тушится понемножку. Давай, опа, здесь потушил. Здесь, и подожди, вот здесь. Опа. Все. На балконе! Выбегай внутрь! Сам поджег себе задницу! Еще раз дома закуришь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Катя, иди сюда! О, привет! Здорово, давай, забирайся к нам! Иди, подожди, я так могу сделать. Вот. В воду зайди и забирайся к нам. Давай. Кать, двигайся. Я не могу. Ну, двигайся, как только можешь. Давай внутрь. Мы тебе здесь... Что за пипец? Фу, давай, поднимайся наверх. Поднимайся, Катя. Как? Зайди в воду, вот. Зайди в воду и спей... Вот, вверх. О, пошло дело, пошла жара. Давай. Я смотри. Не могу. Куда ты? Ты опять соседям в гости куда-то зашла. Ладно, не важно. Выбеги в подъезд и на третий этаж поднимайся. Выбеги в подъезд, зайди кому-то в гости. В гости кому-то зайди. Падаю. Алкаш, помоги! Помоги ей! Ладно, Катя будет просто... Забегай сюда внутрь. Ну, звездец, если можно так выразиться в двух словах. Ну ты алкаш и вообще ненормальный человек, я вам скажу. Я ему говорил то, что не кури, он курит. И что? А ты молодец, Я молодец, спаситель, герой. Фух. Я-то в герой, но... напечатают. Да, в газете меня нужно печатать, такого никогда не было. А ты что думал, если ты всю жизнь сейчас будешь курить, то никогда вот такого не будет, то что у тебя вот эти картонные коробки никогда не подождут. О! А что тебе мотоцикл посередине дома делает? За коробками. Нифига он тебе здесь. А он сломан. Ты там, мне кажется, вообще сам забыл... Так забери его!
Забери его, выброси, если он сломан. Зачем ты мотоцикл дома хранишь? Он тяжелая, спина больная. Так ты понимаешь, что он даже не ездит, он стоит на месте, с ним вообще ничего даже делать нельзя. Слушай, ну, чего, мне кажется, мы не будем здесь жить. Мне на самом деле тоже почему-то кажется, что мы здесь жить не будем. Ты посмотри, здесь пол прогорел к соседям. Все сгорело, все черное просто, к чертовой бабушке. Вот ты давай кури больше и никогда себе жильцов не найдешь. Все, алкаш, до свидания, пошли, Катя. Свет вырубим! Энергию экономим! Стойте, я сделаю скидку. Скидку? 2000 рублей. Чувак, посмотри мне в глаза. Какие 2000? Какие 2000? Как мы здесь будем жить? Как? 3? Слушай, 3000. Как, что ты думаешь? 12000. 12000? То есть было 15, стало 12, да? Неплохо, слушай, неплохо. Ну и тогда байк наш. Ну то есть он да, как бы и не ездит, да, но мы с ним что-то придумаем. Толкнем его там на металлолом, неважно, за 500 рублей. Все, тогда мы, короче, бабки заработаем. Ты нас подожди, мы все сделаем и придем с ним в квартиру обязательно. Да, вот, хорошо? Да, хорошо. Ремонт! Ну, ремонт сделай тут хотя бы что-то, я не знаю, покрась хотя бы, ну, обои хотя бы я и сделай. Помогите. Ты опять к соседям пошла. Выходи на лестничную площадку, я сейчас подойду. Все, давай, алкаш, заработаем 12 тысяч, не сдавай, главное, никому квартиру. Мы придем и вот все. Все, давай, пока. Не кури, главное, не кури. Все, Кать, давай, спускаемся вниз. Ну, как ремонт, да. Падать в дырки? Я не знаю, может тебе соседи там нравятся. Ну, мне кажется, мы с ними подружимся рано или поздно. Если так часто будешь к ним в гости ходить, то они 100% рано или поздно нашими друзьями станут. Ну, это дурдом, это реально дурдом, Кать. Ну, я ему еще и жизнь спас, ты понимаешь? К нам кто-то идет. О, привет! О, привет! Привет, бомжара! Чё ты как? Да чё такое? Чё там? Продам продажи париков из волос задницы кошек. Ничего. Листовочку возьмите. Ну давай. Давай. Продажа париков из волос задницы кошек. Подожди. Чего? Бесплатная. Ну ты бомжара даешь. Какая бесплатная листовка? Ну как бесплатная? А то есть нам за эту листовку еще и платить? Так, Кать, выкинь обратно эту листовку. Он сейчас нас еще бабки стерет. Выкинь листовку. Слушай, да как здесь выкинуть? Он сам, ты понимаешь, он сам, в смысле, как выкинуть? Кать, Q букву нажимаешь, выкидываешь. Что ты сказал? Я сказал Q букву. Ты сказал скука голубая. Скука голубая, бомжара, вали отсюда, хватит мозги нам пудрить. Слушай, бомжара хотя бы работает, в отличие от нас. Кстати, реально, а бомжара хотя бы работает, в отличие от нас. Ты подождите, я тут на работу устроился, вот и раздаю листовки. Ну ты-то молодец, бомжара, ты-то молодец, вот мы настоящие бомжары. Парики, обернись ко мне спиной, повернись ко мне спиной. Продажи, ну ладно, неважно. Иди сюда, Кать, иди сюда, садись. Бомжара, молодец, спасибо за бесплатную платную листовку, спасибо. Ты свободен. Давай. Алибидерчи. Аривуар, сеньор. Ты понимаешь, Кать, то, что мы настолько с тобой затушились вот этим пожаром, настолько с этим курягой загорелись, то, что мы даже забыли и поприветствоваться, и лайки попросить, и на канал подписаться. Вот как бы новая серия семейки блогеров. Я с Катей выживаю после того, как у нас в жизни прям крамздец полнейший произошел. Да, обязательно ставь лайк, если хочешь следующую серию. Мы выпускаем только для тебя и только благодаря тебе, потому что в предыдущей серии мы набрали там примерно 23-24 тысяч лайков. Поставь лайк прямо сейчас, набираем 20 тысяч и обещаем, что с Катей выпустим сразу же новую серию. А сейчас 20. Не 20, а 20 тысяч. Кать, мне кажется, что хватит. Мы так будем бомжевать реально до конца жизни. Помнишь нашу идею с предыдущей серии? Помнишь? Да, помню. Пошли. Чё ты помнишь? Чё ты помнишь? Я не могу встать с скамейки. Как встать? Ладно, пока. Эй, как встать? Пока. Подожди! shift! Ура! Ура, Катя встала! Shift! Катя, вставай с предметов! Shift! Вот быстрее, она, быстрее. Катя! Быстрее, вот быстрее, она! Быстрее, да без быстрее, разницы, быстрее, кто быстрее! Вот она! Работа нашей мечты, Макдак!
А, я даже не знаю, что с этого получится, но должно получиться что-то интересное. Заходи, заходи. Так, зайти. Семейный бизнес, семейный бизнес просто. О, господи, всю жизнь мечтал в Макдаке работать. Здравствуйте! Ой, здесь красиво, здесь красиво. Ну, в Макдаке всегда красиво. О, здорово, здорово. Менеджера позовите, менеджер, нам менеджер нужен, мы вот тут на работу пришли устраиваться. Там я кассир, да. Она уборщица, вот. Наоборот. В смысле, наоборот, я хочу быть кассиром, ты уборщица. Я хочу быть кассиршей, а ты уборщицей. Я уборщица, ты... В смысле, я кассирша, да, а ты уборщица. Все-в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 се. И уборщица. О, так, подожди, так вот это менеджер. Вы менеджер? Устройте нас на работу, пожалуйста. Ну, пожалуйста, мы будем... Пожалуйста, вообще, на любую. Там негде жить, там нечего кушать, устройте нас на Катя, хватит ныть, хватит ныть, пошли, иди сюда. Че, я не ною. Катя, иди сюда. Посмотри, какой менеджер хороший, он сразу же нас на работу устроил. Садись. Да не на стол, садись возле меня. Рассказывайте, сколько дней в неделю мы должны работать, сколько часов в день мы должны работать, какая стоимость, сколько вы платите, какие вообще... Так, успокойся. Пусть нам менеджер сам все расскажет. Нам как раз-таки нужны уборщик и кассир. Ну вот, как раз-таки я кассир, она уборщица. Наоборот. Нет, вам наоборот. Вам кассирши женщины нужны, да? Да, без разницы, мне кажется. Я кассирша, ты женщина. Кассир зарабатывает 1000 рублей за день. В Макдаке 1000 рублей за день? А уборщик 700. Ой. Ну вот, Катя у нас будет уборщиком 700 рублей в день, а я буду кассиром 1000 рублей в день. Я согласен. Давайте не будем, как говорится, тянуть мамонта за яйца огромные. Приступаем к работе. В принципе, мы можем приступить прямо сейчас. Подождите. Ну, кассиры же всегда женщины, да? Скажите, что ладно, кассиры без всегда разницы, женщины. Катя, да, давай не будем сраться с тобой из-за этого. Кассирша женщина, кассирша Катя, я уборщик. Мне на я самом кассир, деле вообще я кассир, без разницы. Я кассир. Идите, приступайте за работу. Кать, я тебя поздравляю. Мы с тобой работаем в Макдональдсе. Пройдите в каморку за вещами. Пошли. Ура, я кассир. Ты кассир, я уборщик. Ура. Ага. Всегда мечтала. Ты всегда мечтала. И прикинь, вспомнить вот это, сколько? 3-4 денька назад, да? Когда мы жили в нашей квартире, когда у нас было все, а сейчас мы с тобой работаем в Макдаке. Катя, не тараторь яблоки. Ну, поставь на место. Давай соберем. Мы только что устроились на работу, Катя. Нас сейчас просто к чертовой бабушке уволят. Иди сюда. Так, подожди, где здесь? Опа. О, подожди. Они, пусто. Одежда работника. Где? Поднимай. Вот, поднимай. Это мое? Опа. Надевай. Как надеть? Правой кнопкой нажми, выбери правую кнопку, нажми. Опа, и второй предмет выбирай, тоже правой кнопкой нажимай. Как? А, вот так? Вот. Все, я одета? Ты посмотри на меня, Картошка фри. А ну, обернись. А как я выгляжу? Как посмотреть, как я выгляжу? Ну, посмотри на меня, и примерно ты выглядишь так же. Вот посмотри назад, обернись. У тебя на голове бургер. А ну. Я целюблю, Катя. Так, пошли. За работу. Так, мне за работу. Да, ты вставай за кассу. Вот, Екатерина, ваше рабочее место, вот. Ты за кассу, а я буду убирать вот здесь, тарелки буду убирать. Ну, свиньи некультурные. Кофе на полу. Вот, свободная касса, а я буду здесь убирать. Короче, я просто буду следить за залом, чтобы здесь все было чики-пуки. Тебе тоже удачи там, Кать. Свободная касса, подходим. Покупаем семечки, это не то немножечко. Нет, это тоже не то. А, бургеры, картошка фри, горячий свет. Куда мы докатились? К чему мы докатились, так, Катя? Слушай, я работаю, не мешай. Ну все, не отвлекаю. Отбой от клиента. Все, не отвлекаю. Наша жизнь начинается с чистого листа. И первый лист заполнен рисунками с бургерами и картошкой фри. Не самая лучшая работа, но с чего-то начинать все же нужно. Ставь лайк, набираем 20 тысяч и обещаю то, что сразу же выйдет новая серия. Ну, естественно, подпишись на канал, если не хочешь ее пропустить. Бургер тебе в зубы, картошка фри тебе в руки. Я скажу огромное спасибо, всем удачи и всем пока. Свободная касса. А сейчас я покажу небольшую нарезку неудачных моментов. Как Катя пыталась подружиться с моими подписчиками. Возможно, это кому-то будет интересно, и напиши в комментах, если да, тогда я буду делать такую небольшую нарезку каждую серию.
Чего вы там делаете, дебилы, а? Бьемся. Не на жизнь, а на смерть. Я хочу играть, да, вы здесь бойцовский клуб устраиваете. Да меня-то за что бьете? А, ой, я думала, это менеджер. Наберите Катю задницу, пожалуйста. Катю, слышь, ты иди сюда, я тебе сейчас сама задницу наберу. Да я-то тут при чем? Ну надерите Кате задницу, пожалуйста, ну все! Ну научите ее уже играть в коем-то веке, а! Ну она дубасина, ничего не умеет, Катя, давай! В жестких условиях будем учить тебя играть. Давайте! Я здесь вообще ни при чем, я буду здесь просто бегать. Так, слышь ты, пердун старый, ну-ка иди сюда. Пошлите на него. А то, что он просто смотрит. Давай, да почему? Алло. Вот так вот, значит, вот так вот, да? Выйдите в пень, все, бан. Да, они побежали все. Бан, всем бан. Какой бан? Вот дерьмо. Кстати, лучше про нашу жизнь даже не скажешь.